Так, Луна, 30 июля. Сейчас подожду, может чуть-чуть стихнет. Вот так. На линию терминатора. Кратер Платон. Да, Луна еще вроде даже как вверх ползет. 30 июля 2021 год, Харьков. 5:11 по Киеву в Харькове. Вот кратер Листарх слева. И опять ветерок. Это, конечно, шикарно просто. Место на Луне настолько испещренное кратерами. Есть на что полюбоваться. Да, ветерочек рассветный поднимается. Снял я только что Юпитер, прячущийся за крышу высоток. Ну и, в общем-то, вполне себе вовремя, потому как вон у нас какая тучка надвигается. Это она была только что гораздо правее. Я правее этой высотки еще и снял Юпитер, ну, как раз над крышей этой высотки. Луну, по-моему, мы тоже уже... А, вон уже и рассвет. Уже облака. Меркурия мы не увидим из-за этой облачности, но на Луну пока полюбоваться можем. Вообще тут горный кряж какой-то. Ладно, приближается туча и рабочая смена, так что наверное вот это будет последним кадром последнего на сегодняшнее утро дубля. 5:14 по Киеву в Харькове, 30 июля 2021 год.